Корабли, конечно. Много. И маленькие, и большие, и там плавает. Спокойно можно выйти на палубу, посмотреть все, поснимать, пофоткать, походить. Но уже темнеет, к сожалению. Сейчас мы пойдем попьем кофейку. Седьмой. Шестой. Это восьмой вообще. Шестой кофе. А, кофе на шестом, да. Тут детский. Это игровые комнаты. Здесь тоже игровые. Везде на каждом этаже много игровых автоматов. Много-много. Сейчас мы... Да, сейчас мы на восьмом, а кофе на шестом. Не поедем на лифте. Немножечко поснимаем. Это седьмой этаж. Такая люстра сверху донизу. Там буфет, цена которого 38 евро за человека. Но пока корабль не отплыл, еще многое закрыто. Буфеты, рестораны. Они откроются, когда мы отплывем. Еда, конечно, дороговато, но если 1-2 человека поедет, то недорого. А если семья? Клуб Мар тоже закрыт. Ну, мы потом снимем. Везде-везде игровые автоматы.